Всех приветствую, с вами Кай, и сегодня будем открывать паки в FIFA Mobile 24, либо же FC Mobile 24, как хотите называть для меня. И так понятно, что это за игра. Накопил я 12 тысяч самоцветов, и первое, что хочу сказать, это спасибо за активность под предыдущим видеоролик. Более 1300 просмотров, более 40 лайков, 20 комментариев, это прям... Ребят, спасибо огромное! Спасибо большое, что смотрите, комментируете и, в общем, помогаете продвижению. Давайте начнем с абонемента. 89 пак, то есть я здесь не рассчитываю ничего. Начинаем такого с хлюпенького, со слабенького на повышение. И волкаут точно не будет. Это 81 Исла, правый защитник. Ну ладно, для СБЧ еще более-менее. Давайте первый пакетик. Надеюсь, что-то более-менее качественно, хотя бы один раз в видеоролик выпадет. Первый пак. Волкаута нету. 84. О, Брейд будет легенда. Плюс лямчик, кстати. Следующий пак. 200 тысяч монет. И что теперь? 81 Вицель, Аксель, Вицель, Диало, Блинт и Ларин. Блять, не выговоритесь никак. И Ван Джихан. Пожалуйста, подвези. EA Sports. Ну, один волкаут. Ничего не падает, просто ничего. Мудрик, блядь. Давайте, ребят, надеемся, здесь шанс упадения волкаута стопроцентный. Но какого, мы сейчас и узнаем. От 88-го, пожалуйста. Вводим. Противостояние. Бразилия. СФД. 87-й Андерсон Талис. Которую я и так получу. 3 ляма ты стоишь. Тебе можно продать? Можно продать. Первый обмен полетел. Волкаут, если будет, будет замечательно. Но его нет. Давайте, ребят, не подведите. Один волкаут должен быть. Есть. Волкаут есть, имеется. Турция, Япония. Это Коксу. Чалханоглу. Обычная карта. 506 тысяч. 83. Даже здесь 83 выпал, когда минимально 80. И последний, это вот этот пак. Поехали. Эх, за году. Ну что, погнали? 88 парад, я буду доволен максимально. 88. 88. Франция, окей. ЦЗ, окей. Ницца, Дибо. Блядский рот. Я только что всрался, да, правильно? Погнали, ребят, давайте. Я не верю, что будет волка. Ну, не то Дибо. Стоп. Ранье, ебать. Статы, конечно, говно. Ладно, ребята, повыпадала нам полная херня сегодня, как обычно, в принципе, потому что в этой игре выбить все это нормально невозможно, конечно. Я убивал и Пуйоли, и остальных, то есть хорошие карты, но не сегодня, вернее. Ждите следующего видеоролика. С вами был Кай. Всем удачи, всем пока.